это капли бьют по крышам. Мы с тобою друг другом дышим. Дождь на ладони твоей, капли любви моей, сердце мое согрей, дождь на ладони. Дождь одинокий, теплый, далекий. Дождь на ладони твоей, капли любви моей, ты сохрани у сердца дождь на ладони твоей, в мире чужих огней, сердце мое согрей, дождь на ладони. Песни любви, о ней дождь на ладони. Добрый вечер! Линия свободна! Добрый вечер, Дорожное радио! Мы хотим поздравить с днем рождения Максимова Олега Евгеньевича, проживающего в деревне Обыти Младышевского района. Пожелать ему здоровья, счастья, всех земных благ. А поздравляют его Таиса Васильевна Константинова и Лидия Ивановна из Подгорного. Спасибо, Дорожное радио! Просто ты не видишь меня. Ты на свет родилась, был я счастлив тогда. А мама твоя была очень слаба. И врачи мне сказали, есть день у тебя. Если хочешь спасти, ты и сердце другое найди. Я стоял у окна и смотрел в пустоту. И ответа ищу и у Бога прошу. Мое сердце, Бог, забери. И новую жизнь ты им подари. Никому ты не верь,
добрый вечер. Всегда вам рад. Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить свою дочку Румянцеву Юлию с днем рождения. Этот год у нее продуктивный. Я ее поздравляю с днем рождения, а также окончанием университета. Доченька, я поздравляю тебя с днем рождения. Пусть у тебя все удачно сложится в жизни. Юленька, всегда будь успешна, по жизни шагая. Всегда выбирай ты свой правильный путь. Я верю, что в жизни тебе повезет. Любовь стороной тебя не пройдет. Удача придет, без сомнения. Юля, с днем тебя рождения. Твоя мама, папа и брат Антон. Пусть все хорошо в жизни сложится. Спасибо, Дорожное радио. Поселок Хвойный, Новгородская область. Любимый радостный дом, ярок свет. Снова будем с моей дочкой вдвоем ждать рассвет. Пусть измученное сердце порой так болит, знаю, дочка, мое сердце поймет и простит. Вмиг уходят мысли грустные прочь, поболтаем обо всем в тишине. Моя взрослая красивая дочь теплотой согреет душеньку мне. Моя взрослая красивая дочь теплотой согреет душеньку мне. Ты похожа, как две капли воды на меня. Улыбаешься загадочно ты, дочь моя. Но измученное сердце порой так болит. Очень важно, когда есть кто поймет, кто простит. Вмиг уходят мысли грустные прочь, поболтаем обо всем в тишине. Моя взрослая красивая дочь теплотой согреет душеньку мне. Моя взрослая красивая дочь теплотой согреет душеньку мне. Кого мне родней? Быть счастливой, моя доченька, просто сумей. Пусть счастливое сердечко так ярко горит. Ну а мамочка твоя все поймет, все простит. Вмиг уходят мысли грустные прочь, поболтаем обо всем в тишине. Моя взрослая красивая дочь теплотой согреет душеньку мне. Вмиг уходят мысли грустные прочь, поболтаем обо всем в тишине. Моя взрослая красивая дочь теплотой согреет душеньку мне. Моя взрослая, красивая дочь теплотой согреет душеньку мне.
Санкт-Петербург, 87.5 FM. Дорожное радио. Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Новые законы, несите ваши денежки и кто тут самый популярный. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Я уже говорил о том, что на штрафы в этом году наложен своеобразный мораторий. Не то чтобы наказывать не будут, а сами штрафы хотя бы на время перестанут безудержно расти. Между тем, самих законопроектов, касающихся автомобилей, меньше не стало. Например, важный законопроект, судьба которого может решиться в этом году, коснется вопроса ужесточения наказания для автоугонщиков. Если коротко, то суть следующая. Угон машины будет приравнен к краже со всеми вытекающими последствиями. Вполне логично, хозяину-то все равно, взяли машину покататься или на продажу. Так или иначе, все равно остаешься без автомобиля. Российский автопром снова поймал удачу. Это выразилось во вполне осязаемой форме. Правительство в ближайшие 3 года направит на поддержку автопрома до 270 миллиардов рублей, по 90 миллиардов за год. Мотивировка следующая. Надо компенсировать затраты на утилизацию. Ну, если официально, то это субсидирование затрат на исследовательскую деятельность, конструкторскую работу, всяческая поддержка гарантийных обязательств и так далее. Все это очень по-умному, но цель вполне понятна. Машина отечественного производства должна стать самой покупаемой. Кстати, в России сейчас самой покупаемой является именно отечественная машина. В прошедшем году новенькие автомобили марки «Лада» в количестве почти 500 000 штук нашли своих новых владельцев. На втором месте «Рено». Их продано чуть более 210 тысяч. Замыкает тройку призеров «Киа» с продажей менее 200 тысяч экземпляров. Из конкретных марок самой популярной является «Лада Гранта». Дальше идет «Хюндай Солярис» и «Киа Рио». А вообще, по итогам 2013 года российский авторынок сохранил второе место в Европе. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Удачи вам! Дорожное радио. Соломинку держусь. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья. И ничего забыть нельзя. Проходят дни. Старые кафе, верные друзья. По глади будничной скользя, как корабли ушли они. Веселый, грустный, тот, кто смел. Все сгинули потоки дел. Исчезли чистые дворы. Игры не стало, царь горы. Старое кафе, верные друзья. И ничего забыть нельзя. Проходят дни. Старые кафе, верные друзья. По глади будничной скользя, как корабли ушли они. Ребята, ничего
нельзя вернуться. Но если вдруг стал труден путь, ты место, место встречи нам назначь. В кафе за столиком удач. Старое кафе, верные друзья, и ничего вернуть нельзя. Проходят дни, старое кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, придут и выручат они, придут и выручат они, придут и выручат они. Часы пробили осень, полночь скроет в небе синим рейс 15:48. Ты печаль уже не прячешь под вуаль улыбки нежной. Улетает русский мальчик, ждет его ноябрь снежный. Поздний вечер в Соренто нас погоды не балует. Вот и кончилось лето, до свидания, Италия. Мы с любовью прощаемся, наша песня допета. И над нами склоняется поздний вечер в Соренто. Мы уже почти чужие, словно это все приснилось. Синим море ностальгии, все, что было, растворилось. Почему же губы ищут на твоих губах приюта? Но из глаз беды лучистых звонко капают минуты. Поздний вечер в Соренто нас погоды не балует. Вот и кончилось лето, до свидания, Италия. Мы с любовью прощаемся. Поздний вечер в Соренто. Соренто.
Дорожное радио. Реклама. Для лиц старше 16 лет. Ленспецсму представляет открытие года. Готовые квартиры в рассрочку. Выбирай район. Московский, Центральный, Красногвардейский, Невский. Ленспецсму 380-05-25. Телеканал ПИК ТВ и Дорожное радио представляют все разнообразие российской песни независимых авторов и исполнителей в единственной ТВ-программе «Золотая дорожка.рф». Оглянитесь, сколько талантов вокруг. Независимым исполнителям нужна поддержка. А нам с вами свежие песни, новые и яркие исполнители. «Золотая дорожка.рф». Каждую субботу в 20:00 на телеканале ПИК ТВ. Дорожное радио рекомендует. Мы собрали для вас только любимые песни известных западных исполнителей. Только хиты. От 80-х до сегодня на 90.6 FM. Включайте 90.6 FM. Приятного прослушивания.
Телефон рекламного отдела в Санкт-Петербурге 407-88-44. Санкт-Петербург, 87.5 FM. Дорожное радио. Песенка звучала. Прошло много лет этой песенки.
наших именин. Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио. Какая мука сидеть во внуково, смотреть сквозь стекла, как все намокло, и знать, что где-то гуляет лето, и перламутром сияет утро, аэродромы в раскатах грома. А здесь, пожалуйста, капризы августа, и самолеты сидят, как птицы, поджали крылья, и мне летится. Меня так тянет домой, так тянет домой, так тянет домой. А я от лета и моря пустой, к листве золотой, хочу я домой, но ливень стеной. А мне б до дому, а дождь не слышит. 100 тысяч гномов стучат по крышам, 100 тысяч гномов по крышам пляшут. Аэродромы, как танцплощадки, вокруг движения и тьма народу. Весьма зловещий вид на погоду. Уходит лето, конец сюжета, но я, как прежде, в плену надежды. А меня так тянет домой, так тянет домой, так тянет домой. А я от лета и моря пустой, к листве золотой, хочу я домой, но ливень стеной. Раскаты грома, закрыто небо, а мне б до дому. Смотрю сквозь стекла, как все намокло. Уходит лето, конец сюжета. А меня так тянет домой, так тянет домой, так тянет домой. А я от лета и моря пустой,
Новости на Дорожном радио. Здравствуйте, с вами в пути Владимир Лебедев. О главном. В столице Таиланда сегодня введен режим чрезвычайного положения. В Бангкоке существенно усиливаются меры безопасности в связи с непрекращающимися акциями протеста оппозиции. Об этом сообщает и Тартас. Режим чрезвычайного положения будет действовать в течение 2 месяца. Власти страны планируют предпринять попытки освободить улицы и правительственные здания, занимаемые сторонниками оппозиции. В случае эскалации насилия во внутриполитическую ситуацию в стране готова вмешаться армия Таиланда. Россия. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал изменить российское избирательное законодательство, чтобы не допустить повторения в стране событий, происходящих в последние дни на Украине. Об этом сегодня сообщает агентство «Интерфакс». По мнению Зюганова, в противном случае в России сложится ситуация еще хуже, чем сегодня в Киеве. С ним согласился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметивший опасность запланированного к 2016 году перехода на смешанную систему формирования Госдумы. Теннис. Россиянки пробились в финал Australian Open. В заключительную часть теннисного турнира в парном разряде вышли Елена Веснина и Екатерина Макарова. Сегодня в полуфинале первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» они взяли верх над американками Ракель Копс-Джонс и Эбигейл Спирс 7-5, 3-6, 6-3. В финале Веснина и Макаровой предстоит сыграть с первыми ракетками парного турнира – итальянками Сарой Эрони и Роберто Винчи. Санкт-Петербург. Законодательное собрание Петербурга одобрило во втором чтении законопроект, запрещающий несовершеннолетним находиться в барах и секс-шопах в любое время суток. В общественном транспорте несовершеннолетним запретят находиться